Доброе утро, друзья. Нахожусь на рыбалке. Снова река Дон. Эта река меня всегда радует, потому что она находится рядом с домом моих родителей. В это время сейчас здесь ловится лещ. Попробую сегодня его поймать. Сильно не ругайтесь, потому что прикормку использую покупную. Сегодня я взял с собой это Дунаев двойной бисквит и трофей большой лещ. Также добавлю вот такую ароматику. Лещ сладкий от трофей. Сейчас это все замешаю. И еще есть у меня пшено. Также добавлю. Ароматику, если не использую шуруповерт, размешиваю водой. И на банках обычно написано, сколько ароматики на килограмм нужно использовать. Вот здесь вот 250 миллилитров. Я использую 2 килограмма прикормки. Так что чуть побольше полтюбика. Если с ароматикой, перелить ее будет не очень хорошо. Нормально. Что ж, время 4 часа 50 минут. Начнем. Удочки заброшены. Закормил сейчас стартовый закорм. А я выпью кофе. Обожаю пить кофе по утрам. Особенно на природе, на речке. Просто класс. Попалась вот такая первая рыба. Это незнакомка. Подуст. В общем-то, особенность ее, видите, какой у нее нос. И рот такой, прям скребок. Такая рыба достаточно классная и очень хорошо зимой ловить. Обалденно просто. Сегодня я поставил вот такие крючки. Овнер Пинхук, 12 номер. Вот крючки не особо большие, среднего размера, но и не маленькие. Дождался. Первая поклевка, кстати. Вот он. Есть. Первый. Просидел 3 часа без поклевок. Вот он взял. Вот такой лещик. Как клев сейчас вялый, перевязал крючки, поставил 16 номер, такого не вообще маленького размера, серия Just Kisu, так что 53-101. Лещик стал поактивнее отзываться. Ух ты, ух ты, что-то хорошее. Я уж это поближе кинул, чтоб не тащило так. Кормушка 110 грамм стоит, не хочет подниматься. Тихо. Хороший, да? Хороший тип, да. Еще какой тихо. Это, наверное, самый крупный. А? Самый крупный. Вот этот да. Хорош. Вообще хорош. Просто огромный, блин.
лещара. Да я думаю, есть полторашка. Ля какой. Да я вижу. Здоровенный. За краешек губы сидел. Ё-моё. Фу, блин. Сразу почувствовался. Нет. Ничего я не добавляю. Ох, хорош. Ля какой, ё-моё. О. Дай хоть поглажу. Погладь, погладь его. Может, это самый хороший кабанёк. Хороший, хороший кабанёк. Я крючок поставил, 16 номер. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Блин. О какой. Как бы его аккуратно. Нафиг, блин. Это я ощутил адреналин. О, хорошо. Аж по рукам мурашки побежали. Ну что ж, время 10:30. Пока что не густо. Два леща только попалось. Оба все на опарыша. Вот. Рыбачу дальше. Жара. Наверное, градусов 30. Я тут спрятался в таком укромном местечке. Так что солнце мне не страшно. Есть. А? Не знаю. Но опять лещик. Вот такой сорванец попался. Мог соскочить, вообще за край губы попался. Ну что ж, клев сменил предпочтение. Опять берет опарыш, куколка, опарыш. Сейчас вот подряд поймал несколько лещей именно на такую насадку. Ну что ж, пора на сегодня заканчивать рыбалку. Время уже 3 часа, жарко стало очень, да и рыба стала меньше переклевывать. Сейчас достаю садок.
Ну что ж, подошла к концу рыбалка. Вот такой вот здесь улов. Лещи вот такие вот ловились. Хорошие лещики такие. Класс вообще. Просто огонь. Рыбалка удалась. Всем хорошего настроения, добра, мирного неба. Пока всем.